Всем добра! Здравствуйте! В прошлом году на этом месте было картофельное поле. В этом году мы разбили огород. Но разговор не об огороде. Вот смотрите, даже весной перепахивали, но вот оказалось, где-то, видно, в земле остались картошины. И вот она, картошка эта выросла сама. Мы не собирались снимать этот ролик, но вчера я подкопал. Вы в дальнейшем эти кадры увидите. Ну, очень интересный опыт. Мы специально их оставили, посмотреть, что будет. Будет ли вообще какой-то урожай. Ну, вот здесь еще такая же вот самовыросшая картошка. Вот здесь вот самовыросшая. Вот они, кусты, видите. Здесь вот оставалось кусочек грядки. Это мы уже посеяли, когда у нас остался, ну вот так усенькие, вот горошины буквально, тоже для эксперимента. И тоже подкопали, получилось классно. Но то, что озимая, так называемая, картошка взошла, скорее всего, потому что была очень снежная зима, было очень много снега, и она не замерзла. Я думаю, что в других условиях просто та, что осталась в грунте, она бы промерзла и ничего бы не выросла. Ну и так, давайте смотреть, что же мы выкопали. Вот эта картошка выросла сама по себе, мы ее не сажали, потому что в прошлом году здесь было картофельное поле, мы не стали удалять для эксперимента, посмотреть, что будет. Вот она, правда, вылезла на поверхность, во, какие картошины, немножко позеленились, но ничего страшного, обрежем зеленое, зеленое их не рекомендуется, насколько мы знаем. Сейчас копнем, посмотрим, что там еще есть. Причем весной, когда поле перекапывали, ну, в общем-то, не было прошлогодних картошин. Из чего они тут выросли? О, смотрите, а? Все нормально, картошечка сама по себе как-то образовалась. Вот, видишь? На один раз, как говорится, покушать есть. Так. Очень даже неплохо. О. О, сколько. Ничего себе. Самосад, так сказать. О, какие картошины. Ох, ничего себе. Вот это гигант. О, видно? Какое гигантище! Надо же, как интересно! Никто не сажал! Во! Во! Ничего себе! Вроде, да? Интересно. Знаешь, как удивительно просто. Потом будем копать ту, что сажали, посмотрим, что там. А вот здесь я показывал при посадке, что мы посадили так называемый горох, то, что осталось, такая мелкая-мелкая картошка. И посмотрим, тут я уже копнул. И сейчас глянем, что зря сажали, не зря сажали. О, смотрите, что делается. О! А то
Выброси этот горох мне. Соседи говорят, зачем? Ну, с чем мне картошка-то? Вот возиться, делать тебе нечего. О, смотрите. Вот это здорово. О, о. Смотрите, какая красота. Это вот тут, вот, ну, вот такие вот я сажал. Вот, вот такие горошины. Смотрите, какое великолепие. Просто. Просто. Почему бы и нет тут лишний килограммчик, полтора свежей картошечки-то. Что ж плохого-то? Смотрите, какие великолепные картошины. Ну. Так что, у кого есть место, и у кого есть вот этот, остается, ну, обычно всегда он есть, этот, мелкая-мелкая картошка. Взяли, посадили, вот. Я потом постараюсь включить фрагмент из весеннего ролика, где я занимался посадками, покажу. Так, все. Ну что ж, очень даже неплохо, на мой взгляд, из нескольких горошин получить хорошие картошечки. Здорово. Так, рядышком. Сейчас повернем камеру. Так. Опа! Ну тут поменьше, но однако все равно есть. Ну, чем не картошка? Вон там вижу в глубине. О, хотела спрятаться от меня. Ну что ж, немножко, но есть. Ну, отлично. Ну, посмотрим, что будет из посадочного материала. Там мы копать будем чуть позже. Это картошка первая наша с двух кустиков, которые росли между капустой, сами которые выросли. И еще один кустик я подкопал, то, что я сажал остатки, это мелочь, как горох. Вот такой прекрасный урожай. То есть это три кустика, вот два сами выросли, один вот из того, что надо вообще выбрасывать обычно.